Синоптики предупреждают о ночных заморозках. Днем столбик термометра пока держится на плюсовой отметке. Однако уже выходные ожидаются от нуля до минус двух в ночные часы. Многие челнинцы уже достали из шкафа зимние вещи. Автолюбители сменили летнюю резину, садоводы начали укрывать деревья и кустарники. Какая погода ожидает в ближайшие дни? В материале Яна Вальдю. Синоптики предупреждают, уже завтра после прохождения холодного атмосферного фронта республика окажется в тыловой части циклона с северо-западными воздушными потоками. Это означает, что в Татарстане ожидаются небольшие дожди и, возможно, снег. По словам челнинцев, к заморозкам они готовы. Многие уже поменяли резину на автомобилях и снизили скоростной режим. Я поменяю буквально сегодня вечером или завтра утром. Пора. Я уже поменял уже. Все время пора уже менять. Скоро холода. Гололед начнется. Ну, пока еще нет, но сменю на этой неделе. Почему? Ну, думаю, то, что холода настанут, скорее всего. По погоде. Смотрим по погоде. И уже потом меняем. В этом году припозднились, конечно. Мне кажется, из-за того, что погода была такая. Готовятся к заморозкам не только автолюбители, но и пешеходы. Достают из шкафов удобную обувь и пуховики. Но надевать пока не торопятся. Говорят, на улице еще тепло. Молодые чуть попозже переодеваются, обуваются чуть попозже, а пожилые уже как начинаются, даже некоторые с нуля градусов. Я потеплее оделась, пришлось опять тонкие одежды одевать, потому что жарко, в магазин заходишь, например, или куда-нибудь такое здание уже... Жарко становится. Еще рано, наверное. Я еще хожу по-осеннему. Потому что тепло еще. Наверное, когда снег выпадет, когда уже минус станет. Сейчас вот в демисезонке хожу. Жарко. Жарко, душно, погода не позволяет одевать зимние. По прогнозам синоптиков, минусовая температура ожидается уже в выходные. Но пока только в ночные часы. 26 октября от 1 до 3 градусов тепла, максимальный от 4 до 6 тепла. 27 октября ночью 0-2, днем от 3 до 5 градусов тепла. И 28 октября ночью от 0 до плюс 2 и днем от 3 до 5 градусов тепла. Примерно такая же погода ожидает жителей Татарстана и в начале следующей недели, предупреждают синоптики. Днем до плюс 7 градусов выше 0, ночью до минус 3, возможны дожди и мокрый снег. Яна Вальдюк, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны.